6 годам колонии строгого режима сегодня в Ростове приговорен боевик украинского батальона «Азов». Северокавказский окружной военный суд признал Максима Филатова виновным в подготовке теракта в Крыму. Как сказано в материалах дела, в августе 2014-го Филатов пытался взорвать самодельную бомбу возле прокуратуры республики, а 4 месяцами ранее поджег мечеть в Симферополе. Еще до начала процесса обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, отметил суд.